дорогие мои партнеры, особенно новички, которые начинают рекрутировать, да, особенно ВКонтакте, сейчас покажу, как мы это делаем. Также есть метод через телефон, через Kate Mobile. Я вам высылала видео по этому поводу, рассказывала, и по видео тоже было понятно, как это делается. Сейчас для вас записываю видео, как это делается именно ВКонтакте. Я также вам дала список СПО. Обязательно его открываете. Вот он список. Можете по порядку идти, можете в разнобой, но для начала лучше вам идти по порядку, да? И советую, на каком городе остановились, себе пояснять где-то там на листочке, что на этом городе остановились, потом продолжить на другом городе. И во все группы нужно вступать. Но я сейчас на бум введу любой город, да, я по порядку не пойду, ну пусть будет Щелково, да? У вас оформлена страничка готовая. Что вы делаете? Вы заходите в группы. У вас есть текст объявления. Вот вы, например, его копировали здесь у себя. Готовый текст у вас приготовлен, да? То есть мы сейчас будем подавать объявление вручную. Вот, например, Щелково я ввожу. Город Щелково. Вот, посмотрите, доска объявлений Щелково. Правой кнопкой мыши вы открываете, делаете «Открыть ссылку в новой кладке». И не заходите и подаете, и потом это все будет очень долго. Сначала хотя бы штучек 10-20 откройте таких объявлений. То есть не объявления, а откройте группы. Дальше, например, смотрите, я опять открываю все вот эти группы, да, чтобы время сэкономить, я открываю несколько закладок, иначе, если вы будете в одну зашли, вышли, подали, в другую зашли, это будет очень долго. Находите прям такие группы, чтобы было объявление, работа, барахолка, такие вот подобные, да. Вот я, например, открыла 10 штучек, сколько вам интернет позволяет, 10-20, как бы, да, и теперь по очереди заходите. Я уже подписана на эту группу, но вы подписываетесь или вступаете. И пока вы новички, я не советую вам подавать в эти группы, которые делают закрытые. Смотрите, предложить новость здесь, да, это закрытая группа. Сюда лучше не ходите. Идем дальше, это тоже закрытая группа. Ой, что-то все закрыты попадаются. Вам нужны такие группы, где будет написано «Вступить в группу». И где будет «Добавить новости», а не «Предложить». Вот здесь, например, можно. Вы сначала вступили, и потом «Добавить запись». Вставляете, отправляете, идете дальше. Вот здесь опять вставили. Вышли. Все это делается быстро, это недолго. Опять вставили, ушли. И закрыли. Далее вводите другой какой-нибудь город. Следующий, например, Балашиха, да? Все города должны быть из списка СПО. И вот также начинаете открыть ссылку в новой вкладке. Открываете побольше, да. Если у вас мало выдало этих групп, да, на этот город, то вы можете также следующий город сразу же, да, чтобы не так вот долго все это было. Вот Балашиху открыли, и пока не идете в Балашиху подавать, например, еще ввели Шатура. Вот, нашли Шатуру, еще Шатуру пооткрывали, да, объявление. И вот у вас тут накопилось сверху, и опять идете подавать. Добавить запись. И считаете, сколько вы подали. Чтобы штучек хотя бы 50 для начала у вас было. Также, чтобы вас не заблокировали. Пока вы еще новичок, много лучше не нужно подавать. Для первого раза 50 объявлений хватит. И самое главное, еще раз повторяюсь, в открытые группы, в закрытые ни в коем случае не нужно. Вот. И все, таким образом вы подали, дело сделано, вечером или там на следующий день можете смотреть отклики, да, и отвечать уже людям, выводить на созвон.
Ну, всем спасибо за внимание. Я надеюсь, вы поняли, как это делается, да, рекрутинг. И если что, в личку спрашивайте, где что не поняли, я объясню.